Тепло в каждый дом. Сегодня, 1 октября, в столице Чувашии начался отопительный сезон. Как полагается, подавать тепло начали с детских садов и школ. С утра в теплые помещения пришли воспитанники 113 детских садов. Это 93% общего количества. В 8 ДОУ выявили повреждения в трубопроводах либо теплоузлах, но уже к концу дня их должны устранить. Потеплели батареи в 52 городских школах, в остальных 9 станет тепло также в конце дня. Начинаем работу подачи тепла по всем жилым домам и остальным соцсетям. Есть проблемы по 7 домам, где проводится капитальный ремонт системы отопления. По контракту 4 октября должны завершить работы. До конца недели тепло придет и в 1830 многоквартирных жилых дома, которые подключены к централизованной системе отопления. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.